масло для Honda в автоматическую коробку передач. Не первый раз уже беру масло в одном и том же магазине, не буду называть его. Но вот первый раз сейчас, видимо, очень много подделок и жуликов и так далее. Смотрите, что написано на масле. Внимание, опломбировано. Число и подпись. То есть, видимо, чтобы, я не знаю, кто там, перевозчики, курьеры и так далее, чтобы не вылили масло и, может быть, не залили туда какое-нибудь дерьмо. Вот. Вот так вот дожили. То есть, стоит порядка 2300 с чем-то рублей литрушка. Тут даже, наверное, не литр, а тут, наверное, галлон, может быть, чуть меньше литра. Вот. Да, наверное, галлон, скорее всего. Ну, в общем, смысл такой, что, видите, чтобы товар был нормальный, приходится его пломбировать, потому что всяких ухарей-жухарей навалом. Вот так вот масло для автоматической коробочки передач.